Вот и добавляет вот этот вот ликер. Профессионально. Да? Вот я не знаю, как бы вы вот в такой ситуации поступили, что вино все-таки на рынке контрафакт. Я говорил иронично, я говорю, что если климат будет меняться, и мы уже уйдем от всего того, что окружает нас, и перейдем с водки на вино, потому что в такую погоду, в такой стране, конечно, надо пить воду. В такой ситуации, как мне кажется, и все-таки вы, наверное, правы, хотя и водка бывает, как вы догадываетесь, разного качества, да, но можно нарваться на все, что угодно у нас, как вы знаете. Поэтому мне трудно, что гарантирует большую сохранность. Я не знаю, что знаешь, что вот не надо мешать, вот это я знаю точно. Потому что попытка быть итальянцем и русским в одном флаконе, она окончается печально. Начали с водки, ей заканчивайте. Пьете вино, пусть даже контрафактное, пейте контрафактное вино, вино не переходите на настоящее. Спасибо всем. Я думаю, пресс-конференция на этом закончена.